Владислав. Будь ласочка. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего я хочу, конечно, поздравить наших защитников с праздником и поблагодарить их за то, что остановили российскую агрессию. Сказать спасибо им за то, что наши детки засыпают под мамины колыбельные, а не под взрывы снарядов. И, конечно, отдельно хочется выразить соболезнования тем семьям, которые в этой страшной войне потеряли отцов, сыновей, братьев, мужей. И, конечно, никакими словами эту боль не передать. Вы знаете, мы хотели сделать сегодня полноценное мероприятие и прописали очень длинный, хороший сценарий. Мы должны были провести мероприятие на Приморской площади, на центральной сцене с 18.00 до 22 часов. Но вчера стало известно, что вышло новое постановление Кабмина, которое ужесточает карантинные меры. И обязует проводить массовые мероприятия в составе не более 30 человек на мероприятии. Конечно же, вы, наверное, знаете о том, что я был директором КПМ «Шлак», и мы проводили глобальные масштабные мероприятия на Приморской площади, и людей было очень много, это не 1000 человек, это 5, 10, 15 тысяч. Поэтому, конечно же, мы законопослушные граждане, мы партия европейской направленности и законопослушания, это один из принципов Европы. И поэтому мы следуем закону и решили провести наше мероприятие в новом для нас формате онлайн, онлайн-стрим. Ну, я думаю, что все у нас получится. Слава Украине! Ура!